Привет, друзья! Сегодня мы с вами идем на концерт в группе моего мужа Resistance Flame. Я только что сняла видео на тему «Собирайтесь со мной на рок-концерт», так что про макияж и про то, в чем я иду, вы увидите. Я не знаю, это видео пойдет раньше на канал, чем это, или позже, но в любом случае вы все увидите, будете в курсе. Сейчас я видео досняла, поэтому можно одеть удобную футболку домашнюю, очки и расслабиться на ближайшее время, пока мы не поедем. И пойти работать. Так что да, сегодня основной наш фокус — это рок-концерт. Я проведу вас за кулисы, покажу, как ребята готовятся к концерту. Я очень надеюсь, что они мне разрешат. Вот, ну и посмотрим с вами их выступление. Мне кажется, что это должно быть довольно интересно. Привет, друзья! Едем на концерт в машине. Точнее, муж пошел забрать машину, я решила с вами поболтать. И, в общем, да, я очень надеюсь, что человек, который сейчас идет к своей машине, не будет меня смотреть. Хотела вам рассказать про свою бедную сумочку. У меня куча дел, как всегда. То есть вроде с работы я успела все сделать, пока сидела дома. Но сейчас мне нужно будет еще забежать, забрать заказ для... Прекрати на меня смотреть. Заказ обуви для мужа. Поэтому, как всегда, куча дел. Я хотела вам сказать про свою бедную сумочку. Смотрите на нее. Вся облупилась. Бедная старая сумка. Ее уже несколько лет, но я абсолютно не могу найти такую же классную черную сумку. Я ищу ее уже несколько месяцев, чтобы она была черная, большая, удобная. И это какая-то проблема. У меня есть черная и неудобная, но вот такую какую-то я не могу найти. Страдаю. Если вы знаете, где купить хорошую черную сумку, то вы знаете, что делать. Пишите мне. Привет, друзья! Я за кулисами, ребята настраиваются, а я просто стою и делаю то, что делаю, что-то очень важное. Сегодня, кстати, у нас будет фотограф, будет нас снимать. Если она будет не против, я ее сняла, я ее вам покажу. Она очень... Она отходит от меня, так что ладно. О, она пушка. Так что в следующий раз увидимся с вами уже на концерте, так что... Это Димочка. Нет! К несчастью, я еще трезвый. Это огорчает. О, да. Нет, мы же в клубе уже 5 минут. А я еще трезвый. Не, боль. Не, какие 5? 10. Мы все умрем! Трезвой смертью! Катастрофа, трезвый. Смотри, ты меня тошнит его. А он просто понюхал. Смотри, сейчас отдохнет еще и упадет. И жопы прям настолько хуякс. Спасибо. Радостные прогнозы. Да, барабанщик со стойкой в жопе. И веселый, и напитый басист. Я трезвый еще пока. Тебе это не особо помогает. У меня просто хорошее настроение, мне на все насрать. Так, это мы будем редактировать, ладно. Это он. С нотами пришел, как настоящий. С нотами? Бумажка придет. Может быть, это этот их список, чтобы не забыть. Техническую задержку в этот будничный день. Для вас выступает группа Resistance Flame. Мы очень рады вас всех видеть. Да, да. Покажите нам тоже вашу радость. Да, и подтягивайте сюда, пожалуйста. Это чуть обычно к концу. Что еще? Начало. Можно со стола, да, берем стол и несем. Да. Но на самом деле стоя веселее. Да. Стоя веселее под первую песню. Найти ответ. Огромчик. Yeah.
Друзья, едем домой. Концерт закончился. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть, как ребята играют. Потому что я, конечно, главный фанат. Они просто лучше всех. Так что надеюсь, что вам понравилось. Если, кстати, вам было интересно, я могу, например, и дальше для вас снимать их концерты. Может быть, вы и сами туда придете. Они делают перерыв на все лето до сентября. Будут писать альбом. Вот, начиная с сентября снова будут концерты, поэтому я буду писать, не знаю, может быть, там в Инстаграм или где-нибудь еще вам говорить на случай, если вы захотите прийти, чтобы вы знали, где их найти. Вдруг вы тоже любите рок, тогда будем тусить с вами вместе на концерте. Вот, в общем, пока мы отыграли, точнее, они отыграли, а я просто стояла и тусила, было весело. Приехал мой дядя, мы зажигали с ним вместе. Сейчас мы всех развезли. Едем домой, стоим в пробке, естественно, но это издержки. Вот, так что, да. Я думала после концерта зайти к ним в гримерку и серии снять их для вас, потом подумала, что, наверное, они и так устали, и им будет не до меня. Ну, в общем, если что, в следующий раз могу снимать их больше. Так что... Окей, друзья, я дома. Вот я и снова снимаю в родных пенатах. Так, вот, все, я в кадре. В общем, концерт закончился, мы приехали домой. Сейчас чай и спать. Мы, кстати, в пути заехали в Макдак. Мы каждый раз после концерта едим фастфуд. У нас такая добрая традиция семейная. Так что да, мне немножко непривычно снимать влог вне дома на каком-то мероприятии, поэтому мне кажется, что этот влог будет длиной примерно 5 минут. Так что, если он какой-то немножко нелепый, то теперь вы знаете почему. Но я постараюсь приноровиться и буду, возможно, чаще брать вас куда-нибудь с собой, потому что вдруг вам это интересно. В общем, спасибо большое за просмотр и, полагаю, увидимся завтра. Люблю вас всех. Тебя тоже все любят. Котя.
Скажи всем.